Сборная России в групповых упражнениях. Вот так. Как я понимаю, несколько групп, несколько команд в групповых упражнениях будут предварять начало того самого гала-представления, о котором мы толковали. Какие же девочки молодцы были на чемпионате Европы. Как просто красиво это было. А как они красиво потом возвращались домой на автобусе, бедные, а? Ужасно, да. Ну, им, поверь мне, им было все равно. Главное, что они стали чемпионками Европы. Наташа Пичушкина, ученица Натальи Борисовны Тишиной. Я как раз застала, когда она пробовала себя в личном. У нее это получалось хорошо. Ну, вот такая странная, можно сказать, история, что Наталья Борисовна Тишина, все гимнастки очень сильны в личном. То есть это Алена Посевина. А в юниорской сборной она занимала 3-4 места. Иногда и нас выигрывала, будучи младше нас на год. И вот все уходят в групповые и становятся олимпийскими чемпионками. Ира Белова. И сейчас Наташа. Приятно. Можно сказать, с листа выступили, потому что если одна гимнастка...